Бля, у нас, короче, это боты не тпшились с снарядами к СПГ. Охуенно. Кейт, Сатуша, у тебя там что? У тебя там что в сумке? Пустая, бля. У меня карабаса на пулемет. Бля. 4 штучки. Ну ладно. Да вроде да. Короче, с СПГ у нас ничего не получается, потому что снаряды остались на ботах, они не тпшнуло сюда. Вот. Поэтому где-нибудь заныкайте СПГ в кустах скиньте, чтобы налегке сбегали. Я его скину вот здесь вот. Вот. Тогда наша задача будет как можно ближе подойти к позициям блокпоста и начать вести по нему огонь. Вести огонь как? Типа пошмаляли, остановились, заныкались, нас не видно, вот. До прихода основных сил. Только силы это к нам доходят, мы уже туда идем в атаку. Вот, такие вот дела. Так, короче... Кейт, у тебя оптика, у меня оптика, а ты, у тебя бинокль здесь есть, нет? У да, меня есть бинокль с собой. Бинокль у кого еще нету? У меня нет. Сатоша без бинокля. У тебя есть бинокль, а ты? Кинул бинокль, у бинокля. Балага даже нету. Найдите все. Мауса нет. Так, короче, снаряды с РПГ, я так понимаю, никого больше дополнительного у нас нету. И с Маусом идет тогда, если что. Сатоши с АТ, а ты-то со мной пойдешь. Я с тобой. Ты со мной, Сатоши. Эй, здесь, короче, есть открытая линейка, ее можно вставлять. Нажимаешь... Здесь и английскую, и ЛКМ появляется точкой. Потом опять тоже точно такие же действия в направлении, куда тебе надо. Не понял, что надо? И английскую зажми на карте. Да, и ЛКМ поставится точка. Потом те же самые действия в направлении, куда тебе нужно поставить линейку. Нихуя себе. Удобно, шняга. А, на какую последнюю такая... надо нажать? Да. Такие же кнопки, как и первые. А удалить как? Точно такие, так же. Здорово. А, все вообще по кайфу. Кто молодец? Кто добавил? Молодец. Я добавил. Я молодец. Вази из полки пиражу. На Arma 2 это дело с двумя кнопками. Здесь поудобнее. Нам надо на твою красную метку. Мы на ней. Мы на ней. Вы на Альфа 24 или нет? У нас вообще задача какая? На гору просто выйти и все? Там просто пошугать высоту. Туда слишком сильно не лезть, сдать основных. Мы с Аратуном здесь одни. Они к нам могут в лоб тоже пойти, в блокпоста. Задачу все поняли, какую нам надо выполнять? Вообще, по сути, это миссия. Но мы откуда что, блокпост увидим? Мы не увидим его. Он за высотой будет. БТР максимум, что мы можем увидеть. Он синий. Вот, да. Тогда главное, чтобы не высовываться за высоту, чтобы жбан не получить. С высоты 1200 туда метров.
Бля, удобная линейка это. Че это, на А2 было вообще топ. Да хули вы там вообще, считай, играли, блядь, поэтому. Почему? Ну такое, блядь. Нихуя не тушено, блядь. Ни хрена, А2 это было лучше, что было вот вообще. Она и сейчас есть. Она и сейчас, ну, есть. Давайте, но... еще ОФП, да, вспомним, да? Не, ОФП это нет, забудь. Ну ФПС, кстати, так, стабильный, вроде так крутишься в любые стороны, все равно 27-25. У меня 50. В атаку! Блядь, я испугался. Я тоже вчера первый раз услышал, охерел. Аккуратно высовывайтесь. На 195 стоит там на входе блокпост. Нам без основных сил ни к нему не подойти никак вообще. А ты со своим напарником на 120 на следующую высоту займите ее. Принял. Вижу, ты себе будешь садиться, будем убивать. Да, я тоже этого пеха наблюдаю, где метка КТ синий стоит в кустах он. Могу с пулемета туда достать. Не надо, ты что? Он помимо кустов там еще в домике бегает. Попадание слабое. Здорово. Офигенно. Спасибо за игру, всем пока.